И получается... Так, забыл, какое сегодня число опять? Забывай число. Девятое. Девятое сентября. И мы ждем маленьких детишек каких-нибудь и больших, и взрослых, чтобы они с нами сегодня поиграли в разные конкурсы. Вот мы для конкурсов заготовили, как вы понимаете, бирпонг. Вот, но из детей пришли только Валера и Вика. И самый маленький Олег. Но Олег у нас другой исполняет, сейчас конкурс проверяет. У нас конкурс карандашей называется. Надо реакцию свою проверим. Сколько у тебя карандашей на руке сейчас, Олег? Сейчас 10 карандашей. 10 карандашей. Неудачная попытка. Сейчас мы еще раз собираем их. У него перед этим 8 карандашей легко прошли. Сейчас попытка 10. Но это получается уже вторая попытка 10. Ничего страшного. Вторая попытка 10. Вот она, есть 10 карандашей. Пойдем на 12? Пойдем. Пойдем на рекорд на 12 карандашей. Еще ветер мешает. 12. Вот это, 12, есть. Ну что, 15 или 16? Давайте 15. 15 карандашей будет. Во, Вика аплодирует. Вот они. Это свидетели есть. Это рекорд Гиннесса. Их 15 и на руку положить сложно. Не то, что... подкинуть. Может быть, 13? Нет, давайте 15. 15. То есть из 12 сразу на 15 идет. А, да, видите, даже положить сложно. Ну, мне кажется, можно и 14. Это тоже рекорд будет. И ветер еще. Ветер. Учитывайте, что здесь у нас... Ах, нет. Попытка неудачна. Это сорвалось. Соскальзывает. Давайте 14, ладно. 14 пробуем. Вот так, 14, есть рекорд. Рекорд, 4, 15 все-таки. 16. 16 даже он хочет, смотрите, они неукротимые. Есть такая штука, если их положить стопочкой вот так вот, чтобы они... Как хочешь, у него граненый у нас. Ах, он много говорил, не подготовился к попытке. Так, какой у нас рекорд? Получается, сейчас было 14, ну до этого 14, да. 16. 16 пока не получилось. Объявлен 14. 16 пробуем. Есть 16 карандашей. Одним взмахом руки Олег делает. Вот честь дня города. Вика, ты видишь, что он вытворяет? Неукротимый, непобедимый. Валера, надо тебе... 20 карандашей! Ладно. О, вот за это уже приз. Валера, готовься побить этот рекорд.